Если все-таки во время вашей работы у человека появились завитки, узелки на волосках, да, то, соответственно, если вы работали до этого, например, по часовой стрелке, да, то внедряетесь незаметно для вашего пациента между этими волосками и раскручиваете их в обратную сторону, против часовой стрелки. Попробуйте это сделать, и у вас обязательно клиенты останутся довольными, без всяких зацепок на коже и без узелков на волосках.